Друзья, сегодня у нас на обзоре, я бы сказал, очень интересный нож от компании Raik. Именно так называется данный производитель, не Ruik, не Raik, а Raik. Это ответ официального дистрибьютора. На обзоре модель номер 198, это своего рода продолжение модели 191, которая была у нас на канале. Очень интересный, хороший нож, посмотрите обзор, кто пропустил. 198 также флиппер, здесь также широкое лезвие и тонкое сведение. Но обух стал тоньше, клипса теперь глубокой посадки, а вместо подшипников шайбы из меди, причем перфорированные. На рукояти вместо G10 полиамид 66, из-за чего вес ножа снизился, и при всем при этом уменьшилась цена. Но давайте обо всем по порядку и начнем с рукояти. Что такое полиамид 66? Основные его свойства. Это устойчивость к высоким температурам и устойчивость к падению с высоты. На ощупь это как будто пористый пластик, немного прорезиненный. Видим, что здесь имеется вот такая текстура для комфортного удержания. Фурнитура обычная под торксы в Паттайях, крупное темлячное отверстие, и в отличие от 191 модели клипсу можно установить под левшу. Рукоять состоит из двух половинок полиамида, лайнеры стальные утоплены. С обратной стороны клипса стальная, видим, что она находится в Паттайе, отличной гибкости. И давайте посмотрим, как нож садится на карман. Клин четко по центру, открывается за вот такой плавник с насечками, довольно-таки бодрый выстрел под своим весом, естественно, в рукоять клинок не опускается, так как у нас это не подшипники, а шайбы, но все равно механика достаточно адекватная, и со временем шайбы притрутся, и она станет лучше. Самое главное, что здесь нет никакого люфта, ни горизонтального, ни вертикального, ни намека на эти люфты. Замок здесь лайнер, обратите внимание, какие классные здесь цепкие насечки, и снята фаска на рукояти для удобной работы замком. Теперь давайте заглянем, что у него внутри. Оба лайнера имеют сквозную фрезеровку, стальной шарик детента, и на осевом снята лыска. Лыска, кстати, снята правильно, не на всю длину осевого. Также на осевом можно заметить силиконовое кольцо, которое заменяет фиксатор резьбы. Очень классная идея, почему ее не используют другие производители, я не знаю. Также отметим шайбы из меди, перфорированные, плюс две второпластовые, то есть по две шайбы с каждой стороны. Баланс щетка на подпальцевой выемке, вес у ножа всего 118 грамм. При длине клинка, если мерить от выступа до кончика, 99 мм, если мерить по РК, целых 102 мм. И самое вкусное, что есть у этого клинка, это его тонкий обух в 3 мм. Естественно, вкупе с тонким сведением и высокими спусками, этот нож отлично подходит для работы по продуктам. Сталь на клинке 8 хром, официально не путайте с 8 хрень, которая указывается на подделках. Обработка сатин, и видим надпись Raik. Небольшая совсем крохотная рекурва и небольшая агрессия на кончике. То есть ножом можно не только резать, но и протыкать, например, вскрывать посылки. С обратной стороны маркировка модели 198 и маркировка стали 8 хром. Чойл, он же дулька, не ворует РК.
Отлично здесь располагается указательный палец, и на обухе есть вот такие насечки. Это у нас деликатный хват для деликатной нарезки. Также есть стандартный молоточный. В принципе, рукоять рассчитана на все типы ладоней. Она длинная, но не широкая. То есть на мелкую, на среднюю и даже на большую руку здесь есть отличный запас. В целом по хватам вопросов нет. Можно отметить в итоге. Нож сделан в лучших традициях 191 модели, плюс сюда добавили такие вкусняшки, как более тонкий обух, клипса глубокой посадки и шайбы из меди вместо подшипников. Отличный клинок, широкий, подходит для нарезки продуктов и есть в меру агрессивный кончик, которым можно вскрывать упаковки. Классные габариты у ножа, клинок практически 10 сантиметров, и даже если мы сравним его с моделью 875, которая тяжелее, увидим, насколько вот этот нож по габаритам больше, но при этом весит меньше. Что по минусам? Естественно, не хочется выискивать минусы из бюджетника, который стоит всего-то 900 гривен, но все же за керамический шарик я бы доплатил и хотел бы видеть вместо фторопластовых шайб только лишь медные, но значительно толще. Их можно полирнуть, довести и сделать механику, в принципе, как у тех же подшипников и даже лучше. Но производитель решил оставить вот 4 шайбы, по 2 с каждой стороны. В остальном это прекрасный нож, очень легкий. Я думаю, будет отличным работягой, который справится с большинством EDC задач. И добавлю, что гарантия на нож целых 5 лет. На этом все. Все ссылки найдете в описании. До новых встреч. Пока.